ребят, показываю вам дворики центра. Дворики центра. Приютили зеленые зоны внутри двориков. Там шумная, здесь тишина. Смотрите. Там шумная, здесь тишина. И выход на центральные улицы. Погодка прекрасная, каждому по приветику из летнего, теплого, солнечного Петербурга. Машина едет сейчас. Просто едет, а мы выходим, ребят. Хорошего дня, хорошего настроения, прекрасного лета. Отдельные приветики тем, кто заходит каждый день. Подписывайтесь на канал, заходите на Яндекс.Дзен канал. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, чтобы мы не потерялись. Говорим о Петербурге каждый день. Генеральное консульство Венгрии в Санкт-Петербурге. Какое там здание проходим красивое. Вот какое консульство находится в красивенном здании.